Партия «Аманат» запустила еженедельную экологическую акцию «Тазай Бисенбе». В рамках мероприятия партийцы планируют проводить очистку от мусора, парков и скверов. Преследуется важнейшая цель – благоустроить территорию города и области. Так, в рамках эко-акции представители партии и курсанты военного института сил воздушной обороны собрали бытовые отходы и сухостой в триатлон-парке. Важно подчеркнуть, что партийцы регулярно проводят мероприятия по очистке парков, скверов и дворов, занимаются очисткой историко-культурных и природных памятников, организуют субботники, посадку деревьев и другие экологические акции. Теперь подобная работа будет проводиться еженедельно по принципу чистых четвергов. В рамках общенациональной инициативы президента «Таза Казахстан» партия «Аманат» запустила еженедельную экологическую акцию «Таза Бисенбе». В мероприятии активное участие принимают и активисты молодежного крыла «Жастар Рухо». Вот сегодня вышли на уборку территории триатлон-парка. Этой акцией мы планируем привить населению экологическую культуру, навести чистоту. Подобные мероприятия проводятся и в районах. Участвуют депутаты маслихатов, молодежь, волонтеры. Я призываю всех не оставаться в стороне, выходить на чистый четверг и субботники. В планах партии такой проект культурологический, вот, о привитии подрастающему поколению, да и вообще гражданам напомнить культуру, да, по сути дела степную культуру, даже в археологических культурных слоях, что древних казахов, что, допустим, начиная хоть от средних веков, вы мусора нигде не найдете. Вы находите культурный слой, вы находите какие-то предметы быта, а вот, собственно, даже разброса мусора, даже бытового, нету. Степь должна быть чистая. Об этом мы должны напомнить. Должны прививать любовь, потребность в чистоте. Вот есть Тазалайк здесь, такой проект. Отметив эко-акции, также приняли участие курсанты военного института сил воздушной обороны. Ребята собирали мусор, листья. Самые гучи лесопосадки парка убирали сухие ветки и упавшие стволы деревьев. Сегодня проводится уборка в парке «Триатлон». Большое количество курсантов прибыли на уборку бытового мусора, также остатков деревьев после паводков и прочего. Просим местных жителей, граждан и также гостей данного города соблюдать чистоту и порядок. К слову, решение экологических проблем является одним из важнейших приоритетов предвыборной программе партии «Аманат». В частности, это и строительство 6 полигонов твердых бытовых отходов, установка евроконтейнеров, озеленение территории, решение проблем с опустыниванием, проведение мониторингов по качеству подземных и поверхностных вод. Также актуальным направлением является привитие экологической культуры, чтобы снизить загрязнение окружающей среды. Николай Сырбов, Вахыжан Едыгеев, телеканал «Актобе».